Жители Одинцовского района присоединились к благотворительной акции «Добрая покупка». Она прошла в третий раз по инициативе отдела социального развития районной администрации. Первый раз акция была приурочена к пасхальной неделе, второй раз к началу учебного нового года. И сейчас уже третий раз эта акция приурочена именно к Новому году. Но Новый год – это светлый праздник, это время подарков. И нам очень хочется, чтобы каждый человек в трудной жизненной ситуации, это многодетные семьи, это ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, они все остались с подарком. Добрая покупка – это оказание продуктовой помощи малоимущим гражданам, одиноким пожилым людям. Благотворительная акция уже имеет определенный позитивный опыт. По долгу службы часто приходится встречаться с людьми, которые не могут себе самостоятельно устроить праздник и очень сильно нуждаются в помощи и поддержке близких, соседей, друзей, просто неравнодушных граждан. Вот такую акцию, как «Добрая покупка», мы устраиваем уже не первый раз. Вот сейчас она в «Глобусе» проходит в третий раз. Такая же акция была к Пасхе. 1 сентября детишек помогали в школу собирать. И вот сейчас, в преддверии Нового года, для того, чтобы помочь малоимущим семьям, одиноким пожилым гражданам, которые сами не могут себе купить ни лишнюю конфету, как говорится, ни устроить новогодний стол, мы приходим сюда, призываем всех граждан принять посильное участие и поделиться своим добром. В Одинцовском гипермаркете был организован пункт сбора продуктовой помощи. Каждый житель города, пришедший в этот день за личными покупками, смог стать участником акции – сделать дополнительную покупку для одиноких и малообеспеченных пожилых людей и положить ее в специальную корзину проекта. Из собранных товаров будут сформированы продуктовые наборы, которые сотрудники отдела социального развития администрации Одинцовского района доставят нуждающимся людям.